В Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» собрались активисты МКД, старшие по домам, представители управляющих компаний. Для активных граждан партия организует информационно-правовые семинары в рамках проекта «Мой дом». В 2021 году его инициировал Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении многоквартирным домом. Полезная информация собрана на электронной платформе ГИС ЖКХ. Вот порой ко мне много поступает обращений. Скажите, пожалуйста, какая управляющая компания нас обслуживает? А когда у нас по фонду капитального ремонта будет ремонт крыши? То есть эта уже информация вся находится там. Со времени старта проекта «Мой дом» правовая грамотность жителей региона стала повышаться. Мы действительно научились вместе с вами работать и взаимодействовать, именно общаться, а не штрафовать и принимать меры административного воздействия. Выездные семинары в рамках партийного проекта «Мой дом» будут проводиться каждую неделю по четвергам. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.